Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мой соведущий, священник Максим Гортинский. Священник Павел Кирсанов. И мы начинаем с рубрики «Как быть?». И сегодня мы будем говорить о том, как быть, с неким тезисом. А тезис этот звучит примерно так. Правда ли, что церковь имеет свое мнение буквально по любому поводу, и это мнение должно быть у каждого православного христианина идентично совпадать во всем буквально с мнением церкви? Это интересная тема. Давай, отец Павел, попробуем разобраться. Для начала мы действительно разберемся, так ли это. Действительно, поскольку церковь старается быть в гуще всех событий, всегда быть активной, и еще потому, что церковь она и учит, то многим может показаться, что церковь буквально навязывает свое мнение и буквально по любому поводу. Это же заблуждение. Действительно, это заблуждение, потому что дела обстоят несколько сложнее. Заблуждение это проистекает, как мне кажется, из того, что люди путают, во-первых, учение церкви, во-вторых, позицию церкви, ну и, в-третьих, различные мнения внутри самой церкви. Ну, надо попробовать, наверное, объяснить, что такое учение церкви, начать с самого сложного. Ну да, пожалуй, это действительно самое сложное. И следует сказать о том, что учение церкви – это все же мнение церкви по фундаментальным вопросам. Прежде всего, вопросам веры, вопросам, кто же такой Бог, и, конечно, фундаментальным вопросам нравственности. Именно потому, что эти вопросы фундаментальные, они обязательны для всех. Ну да, все эти вопросы выражаются в догматах церкви. Догматы – это те истины. Это тот фундамент, откуда идет богословские мысления. Да? То есть мы этот фундамент разобрать не можем, потому что тогда мы, скорее всего, окажемся неправославными. Этот фундамент, он незыблем, и на нем только можно построить здание. Ну да. Многие боятся слова «догмат». Кажется, что их очень много. Кажется, что догматы, они буквально по любому поводу есть в церкви. Но на самом-то деле догматов не так много. Их всего лишь порядка 15. И все они касаются вопросов о том, кто такой Бог, вопросов религиозных. Они не касаются темы какого-то нашего будничного жития, бытия. И все эти догматы практически все помещаются в тексте под названием «Символ веры». Да, я помню, в детстве пытался его выучить. Очень сложная была задача, но если бы, конечно, мы понимали, что хождение в церковь, каждая литургия, символ веры поется, чтобы эти догматы каждый раз повторять и утверждаться в них. Да? И тогда, наверное, за год уже можно выучить весь символ веры. На самом деле, это текст небольшой. Просто зубрить всегда сложно. Но если, конечно, человек он посещает Божий храм, то задача упрощается. Но вот есть и более сложная составляющая учения церкви. Это то, что касается христианской нравственности. Ну и здесь церковь говорит о вещах фундаментальных и опирается прежде всего на Священное Писание, на Библию и на священное предание, то есть на мнение святых и на то, что мы называем канонами. Да, нравственные нормы действительно даны в Священном Писании, они общечеловечные, и они должны соблюдаться, конечно. Но канон, они за историю церкви, они всегда изменялись. И поэтому они даже где-то могут и противоречить друг другу. Почему они менялись? Многим может показаться, что, ну как же, все в церкви должно быть всегда одинаково. А каноны по-разному говорят. Ну, в зависимости от ситуации времени, потому что каждое время были разные ситуации. Вот. Допустим, даже иконопочитание, мы, если вспомним, оно только на Седьмом Вселенском соборе. Вот. Прошло много веков, прежде чем церковь дошла до этих рассуждений. Да, до этих рассуждений. Ну, то есть, иными словами, учение церкви не диктует нам, с какой ноги вставать, какую музыку слушать, как одеваться, какие книги читать и так далее. Церковь в своем учении лишь настаивает на том, что все сказанное
учениками Иисуса Христа о нем. Это истина. Да, с этим трудно поспорить. Это должно быть истиной, незыблемой. Вот. Но, тем не менее, в церкви есть и мнения, частные мнения, которые, как и любой человек, может иметь свое мнение по тому или иному вопросу, который так или иначе согласовывается с учением и позицией церкви по данным вопросам. И они бывают абсолютно разными. Ну, иногда они приводят к дискуссии, иногда они абсолютно безобидные. Ну вот следует, наверное, затронуть вопрос, что же такое позиция церкви, что такое учение церкви, мы разобрали. Это вещи фундаментальные, и касаются они прежде всего Господа Бога, рассуждения о Боге. А вот что же такое позиция церкви? Ну, позиция церкви – это та позиция, которая выражается собором. Собором, то есть общим собором архиереев церкви, и утверждается на соборах, чтобы утвердить и поставить точку в данной вероучительной истине. Эти вопросы действительно касаются, может быть, таких уже вещей более частных, да, каких-то вопросов жизни, современности, современной жизни церкви, но выражаются они в официальных документах. Чтобы, да, человек понимал, на что опереться в отношении к тому или иному предмету. Да, и сформулированная церковью позиция, она дает возможность опереться и как-то не уйти, и не испугаться, во-первых, новых каких-то изменений мира, которые вокруг нас происходят. Угу. Я думаю, так, наверное. Да? Ну, наверное, самый известный такой документ – это «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот документ рассуждает о таких вещах, как, например, эвтаназия, о таких вопросах, ну, как, например, какая-то семейная этика, вопросы ЭКО и так далее. То есть вопросы, которые возникли в современности, но требуют все-таки какого-то именно мнения церкви. Да, церковь, чтобы действительно, чтобы нравственность не пострадала и чистота веры не ушла в какую-то запутанную историю и откуда не выбраться, наверное. Угу. Ну и третье осталось нам о чем поговорить. Это частные мнения внутри церкви? Ну, я сказал уже про частные мнения. Они возникают, как и в любом сообществе, человек свободен. И мысль его движется вперед, ее не остановить. И любой человек может, конечно же, прийти к тому иному мнению, изучив что-то, да, что-то прочитав, что-то увидев, что-то поразмыслив, до чего-то додумавшись. Вот. И эти мнения бывают абсолютно, как говорил, безобидными, а бывают и которые приводят к дискуссии, и, опять-таки, созывы соборов, чтобы это уже мнение рассмотреть. Вот. Ну, то есть, различные мнения – это действительно признак живости некоторой, да, которая должна быть в церкви. И эти мнения могут быть разными, в смысле нейтральными, а могут быть разными и иногда, в общем-то, и не совсем относящимися к тому, что в действительности церковь считает и думает по этим самым вопросам. И вот проблема в том, что люди иногда это все путают. Иногда можно услышать какие-то слова священника в храме, которые могут показаться странными. И чтобы как-то построить свое мнение на этот счет, следует исходить из понимания, а соответствует ли сказанное учению церкви, соответствует ли оно позиции церкви, а может быть, это просто какое-то безобидное частное мнение, которое имеет место быть. Да, думаю, на этих словах можно и закончить нашу с тобой дискуссию. Ну да, но есть масса еще и явлений, на тему которых церковь никогда не будет высказываться, потому что есть замечательная народная мудрость, на каждый чих не наздравствуешься. Вот, поэтому важнее говорить о вещах фундаментальных. Первые упоминания о селе Ермолино датируются еще 17 веком. В переписи 1627 года в селе находилась церковь в честь Николая Чудотворца с приделом во имя Василия Блаженного, которая была перестроена к 1692 году. Но и она к концу 18 века стала тесной и очень сильно обветшала. Новый кирпичный храм в Ермолине заложили в 1814 году. Строили долго, только в 1830-м храм был освящен. Именно в этот храм всю свою жизнь приходит старейшая жительница села Серафима Шилова. Здесь же и дом, в котором выросла и прожила долгие годы. На днях Серафиме Федоровне исполнилось 94.
этот вот, дедушка как-то стал за садоводом, за Зеленевой, ему дали участок. И этот, на этом участке был прежний дом, который сгорел, и мы, значит, строить стали. А строить с чего? Денег-то войны нет. И дедушка перевез свою старшую сестру из Яганова Раменского района, часть ее дома, да, потому что ее основной дом тоже ушел в колхоз. Рано Серафима с сестрой лишились родителей. Воспитывали девочек близкие родственники. Серафима Федоровна хорошо помнит храм, который один из немногих в советское время не был закрыт. Но службы не велись. Женщина вспоминает, как в 1937 году хоронили ее маму. Был приглашен батюшка Страхгорского заставы. Это княгиня Ольги 24 июля, в этот день. Мне сказали пожилые люди, возьмите икону и перед гробом понесете икону. Все люди плакали, а я не я уже отплакалась, когда мама только умерла на моих глазах, она очень болела. И я несла. Женщины не выдерживали. Все стояли, и я как будто шла между какой-то такой тесной, как бы, толпой людей. Когда училась в школе, рассказывает Серафима Федоровна, в храм не ходила, но святое место всегда притягивало девочку, а затем и девушку. Потому что дома бабушка читала молитвы у нас, и ее старшая дочь, моя крестная, дома чтение было. И мы вставали и молились, особенно небольшие, конечно, молились, достойно есть, если якобы истинно блажить Богородица, пресно блажение, пренепорочно Матерь Бога наш, честнейших Ираим, славнейший Серафим, если не богослово, родшее совчей, Богородица, тебя величая. Это мы молитвы с детства, конечно, знали. Окончила физико-математический факультет МАПИ, работала в Расторгуевской школе учителем физики. Позже окончила аспирантуру по кафедре методики преподавания физики, защитила кандидатскую диссертацию. Всю жизнь посвятила педагогической работе, а еще писала статьи. Последняя, к слову, в журнале «Народный учитель» вышла год назад. Ясный ум и отличная память в столь почетном возрасте поражают. Серафима Федоровна готова продолжать писать, рассказывая о жизни родного села, работе в школе. В зимнее время живет в городской квартире, а летом в Ермолине. Ходит в храм, а к празднику Преображения Господня рада угощать сельчан и прихожан храма яблоками, которыми щедро одаривает ее сад. Я вот какую-то стараюсь прожить, чтобы быть полезной. Каждый мой родственник, мои знакомые ко мне обращаются, я стараюсь помочь. Вот в этом как и считаю цель моей будущей, если Господь даст мне продолжить быть полезной. Дорогие друзья, вашему вниманию рубрика «Пять фактов». В данном случае пять фактов о рождественском посте. Факт номер один. Рождественский пост не строгий. Что же это значит? Это значит, что за трапезой в субботу и воскресенье благословляется вкушать рыбу. Хочется сделать важное замечание. Устав любого поста ориентирован на монахов. И нет ничего предосудительного в том, чтобы избрать свою личную меру поста, обсудив ее со священником, который знает обстоятельства вашей жизни. Факт второй. Этот пост возник во времена раннего христианства. Обычай поститься перед праздником Рождества Христова известен аж с IV века. Факт номер три. Изначально рождественский пост длился 7 дней. И только с 1166 года он становится 40-дневным. Возможно, в подражание Великому посту. Факт четвертый. За неделю до Рождества пост становится строже. Это значит, что со 2 января на трапезах отменяется рыба. Факт пятый.
Последний день рождественского поста называется сочельником. Считается, что слово «сочельник» происходит от слова «сочево», то есть «еда из вареных зерен пшеницы». Только и эту еду можно было вкушать в этот день. Это значит, что сочельник – самый строгий день рождественского поста. По уставу пищу вовсе не стоит вкушать до окончания церковной службы под названием «вечерня». Положено начинать вечерню в этот день около часа дня, хотя на практике эта служба обычно заканчивается в наших храмах уже к обеденному времени. Дорогие друзья, ну а на этом все. С вами была программа «Дорога к храму» и священник Максим Картинский. Священник Павел Красанов. Всего доброго. До свидания.